Друзья, всем привет! Вы на канале Boston Technic, с вами Куврин Владислав. И сегодня вашему вниманию хочу представить К-700. Легендарный желтый трактор, который узнает любой фермер. Да и не только фермер, в принципе. Что ж, давайте начнем. Вот так этот здоровяк выглядит. Сразу, друзья, говорю важные моменты. Трактор без документов. Документы у него отсутствуют. Трактор требует вложений. В каком плане? То есть наработка у трактора где-то около 8000 моточасов. 90-го года выпуска. Ориентировочно. Что нужно по вложениям? Ну, друзья, сразу скажу, требуется ремонт КПП. То есть перед работой по-любому нужно будет ремонтировать коробку. Электрику. К электрике тоже нужно будет приложить руки, то есть по мелочам. Из серьезных, конечно, ремонтов, это вот я вам говорю, коробка. Она требует ремонта. То есть ее нужно будет готовить перед работой. В любом случае, как ни крути. В остальном с трактором проблем нет. Рабочая, надежная лошадка. Нужно, конечно, приложить руки. Двигатель работает отлично, с двигателем проблем нет. Так что вот такой вот, друзья, Кирюша. Это был канал Boston Technic, с вами был Кубрин Влад. Ну, я с вами не прощаюсь, друзья. Говорю вам до скорых встреч. Пока.